Всем привет! Меня зовут Карина Кириллова. Я современный художник. Мое основное направление в искусстве – абстракция. Свой творческий путь я начинала с графики академического рисунка. Рисовала портреты, силуэты обнаженных женщин. Отсюда и началась история создания собственного бренда. Мой бренд переводится как «обнаженное искусство». Искусство, как наука, непостижимо и не изучено до конца. С помощью цвета и форм я передаю эмоции, что испытываю сама. Картина может быть спокойной и умиротворенной, или наоборот, дерзкой и вызывающей. Лучше всего мне помогают это изобразить спиртовые чернила. С ними можно создать неповторимую картину, наполненную воздушными переходами и яркими акцентами. На своем мастер-классе я подробно рассказываю, как получить качественную картину, показываю основные направления в спиртовых чернилах, а также помогаю подбирать цветовую палитру. Картина спиртовыми чернилами – это больше, чем просто рисование, это арт-терапия, в которую ты погружаешься. Главное – создать правильный настрой, и все обязательно получится.